Ты кто тут? Кто ты тут? А что ты не покушала? В общем, вот такая у нас маршрутка. Машутка уже готовится. Давай, Машутка, покажем, как ты готовишься. Да? Машунь, давай, давай, покажу, как ты готовишься. Да. Ну, не выходи, Маш. Ты пошла? Ну, ладно, иди, пройдись. А, ты хочешь, тебя почухала? Ну, давай. В общем, Машка готовится, я не знаю. Там по календарю она должна 5 числа пороситься. Ну, уже, слава богу. Ой, а какое сегодня число, я даже уже не помню. По-моему, сегодня 13-е у нас. И она еще как бы не собирается. Ну, животик уже, видите, какой же большой животик у нее. Вот, висит. Вымя уже так она наливает потихонечку. Может, я тебе покажу со стороны. Ой, не фокусируется что-то. О. В общем, вымечка готовится. Ой, разговорчивая. Она ко мне все время, чтобы я ее гладила, да? Моя девочка, моя хорошая. Да. Вот. То вывалит мне свой бульдозер и чешите ее. Петля у нее уже краснеет. Ну, конечно, с этой Машкой все по-другому. Там у меня Машка как-то по-другому у нее все и наливалось, и все. Гляньте, вон уложится. А ну-ка, Машунь. Машка, что это такое у тебя? Ой, опа, легла. Видите, аккуратненько ложится, чтобы... В общем, вообще ужас, большая такая. Давай, я тебя поглажу. Вот она готовится. Все у нее тут уже. Ой, вот так, видите, она. Это ж как поросята будут, она будет им так выворачиваться. Я наш мей выворачивается, чтобы я ее тешу. Молочка у тебя нету, что тебе? Он готовится. Видите, какой вымя. Сейчас, Маш, подожди. Давай, поглажу. Давай. Ой. Давай, поглажу. Давай, ложись. Давай. Ой. Ой, мокрая вся. Где-то там кувыркалась уже. Видите, какие у нее уже сосочечки готовятся. Ну, я не знаю, когда она будет проситься. Мне кажется. До 20 числа ждать. Не раньше. Потому что только начала у нее. И петля напухать более-менее как-то так. Вымя-то, конечно, тоже побольше стала. Тоже вообще ничего, никаких следов. Думаю, что такое? Должна же быть этот самый опоросная.